Для салата берем одну крупную отварную морковь или две морковки среднего размера. Морковь нарезаю кубиками. И отправляю в салатник. Дальше беру 5 небольших маринованных огурчиков. Огурцы также нарезаю кубиками. Также в салат отправляю одну банку консервированной фасоли. У меня красная, но подойдет любого цвета. Еще в салат будем добавлять отварные яйца. 3 штуки, которые также порежем кубиками. Один зубочек чеснока мелко покрошим в салат. Или пропустим через пресс. А теперь приготовим быструю заправку к салату. В качестве заправки предлагаю приготовить вкусный домашний майонез за 1 минуту. Причем сделаем это прямо в банке, так удобнее будет хранить то, что останется. Нам понадобится 200 мл рафинированного растительного масла без запаха. К нему добавим 100 мл молока комнатной температуры. Чем жирнее молоко, тем лучше. И взобьем блендером продукты на больших оборотах. Буквально за 15 секунд у нас получается такая вот густая масса. Дальше добавляем сюда 1/2 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки сахара, 1 чайную ложку горчицы средней остроты и 2 столовых ложки натурального яблочного уксуса. Вместо него можно использовать лимонный сок. Снова все перебиваем вместе блендером несколько секунд. И получаем вот такой вот густейший, очень качественный и вкусный майонез. Приготовьте один раз такой майонез и будете потом его готовить постоянно. Этот салат и другие блюда с ним получаются очень-очень вкусными. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой рецепт салата и показался ли вам интересным такой рецепт майонеза. Я очень вам рекомендую попробовать этот салат. А также рекомендую подписаться и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Спасибо всем, кто ставит лайк и пишет свое мнение в комментариях. Я желаю всем здоровья, счастья. Увидимся в следующем вкусном видео.